Идем. То есть у нас на микроволновке под потолком любит спать не только Снежок. Вот еще и Тимофей. Тут расстояние вот от микроволновки до верха, ну, сантиметров 5. Ну, 6 максимум. Спичечный коробок. Как он туда залазит, я не понимаю. То есть везде, где есть щель, обязательно залезет котик. Коты – это жидкость. Как это работает? Но это работает. Я этого не понимаю.